На минувших выходных прошел второй фестиваль ретро-машин «Bike Cars and Rock'n'Roll». На территории Одесского мурвокзала красовались лучшие раритетные авто и мотоциклы нашего города. А для всех посетителей открыли винтажную барахолку. Но главным событием фестиваля стал конкурс «Безумный Макс». Тяжелый рок и крутые авто – это второй фестиваль ретро-машин и байков. Здесь сразу несколько площадок, и везде что-то происходит. В паркинге – спортивное метание ножа. Участие в этих соревнованиях приняли около 15 человек со всей Украины, в том числе и девушки. Назвали его «Кубок Дюка». Вот это первый раз приехали с разных городов Украины метатели, поддержали нас. И хотим мы это развить в Одессе, сделать это достойным мероприятием, чтобы было интересно нашим жителям города и гостям участвовать и наблюдать за этим. Организаторы решили порадовать гостей и участников не только таким экстримом, новыми моделями авто и ретро-барахолкой, но и необычным конкурсом. Конкурс «Безумный Макс». Здесь представлены все необычные машины города. А самый апокалиптический автомобиль получит главный приз – 300 литров бензина. За первое и второе место тоже дарили бензин. Без призов никто не остался. Каждый участник получил свой безумный экстремальный подарок. Дальше ребята получат сертификаты на прыжки с парашюта, на какие-то еще безумные экстремальные вещи. Поэтому, в принципе, все получат на самом деле свои призы. Корпус художественный, убивать никого не надо, гонять ничего, оно просто классно выглядит. И люди должны сказать: да, реально ты классно выглядишь. Один из участников конкурса – бессмертный Джо. Свой костюм мужчина делал сам, маску на 3D-принтере. Решил побороться за приз, потому что фильм «Безумный Макс» – любимый с самого детства. Один из героев кинофильма, а именно бессмертный Джо, с парнем повсюду. Он и на теле, и на машине. Вот он. Это герой из фильма «Безумный Макс», четвертая часть. Победителя конкурса «Безумный Макс» определили сами гости фестиваля. Вот этот мотоцикл. Но владелец «Железного коня» все же решил отдать свое первое место коллеге, у которого действительно безумная машина, но на трех колесах. Яна Нестеренко, Алексей Пережилин, 7 канал.